начнем с первого аксессуара. Китайскую газету мы читать, конечно, не будем, но этот уплотнитель такой специальный. Так, надо снимать все-таки. Убираем, укладываем и защелкиваем все это дело. Все идеально подходит, ничего не трясется. Плюс в том, что есть где прихватиться. И второй плюс то, что есть на 3/4, по-моему, она. Ну, в общем, под резьбу. Так, с первым разобрались. Теперь будем вскрывать второй. Так. Это пока в сторонку. Что у нас здесь? Тут уже Fiji Tag, как обычно, наклеечки вместе с прокладками. Ну, сделано добротно, железо, что не может не радовать. Горячий башмак есть, уже хорошо. Ну и, соответственно, опять же, гайка. А, кстати, прокладочки есть или нет? Сейчас мы это и узнаем. Обычно они уложили вместе с наклейками и прокладки. Ну, нет, только две наклейки. Прокладок нет, наверное, потому что здесь нет крепления этого их фирменного. Пока это мы убираем. Второй, вернее, третий уже аксессуар. О, тут сделано уже побогаче. Вот они отдельно. Прокладки. Опять же, бумажка и большие наклейки. Так, здесь у нас что? Ключики. Ключики — это хорошо. Ключиков всегда мало, но их здесь почему-то так много. Два ключа. Лишними никогда не бывают. Да уж. Это мы убираем. Типа нажимать здесь. Ну что же, пробуем открывать. То есть здесь можно под два вида лямки, под большую лямку или под маленькую лямку регулировать. Также ее можно будет сильно затянуть, либо же затянуть послабее. Допустим, вот так. Ну, если на большую лямку надевать, то уже на последнее, либо на предпоследнее защелкивать. С этим тоже все понятно. Железо добротно сделано. Молодцы, ребята. Застегнули. Эта штука у нас должна быть поворотная. Да, но она не хлипкая, она очень даже массивная. Подойдет ли стандартное крепление? Не их. Подойдет. Так, нащупать.
как оно тут вставляется. Так. Оп. Все зафиксировали. Ну и вот таким вот макаром вешать на рюкзак. Места хватит для того, чтобы нажимать кнопки, что не может не радовать. Так. Ну и соответственно можно будет к этому же рюкзаку приспособить вот эту лапу при помощи переходника, который у меня уже есть. Либо так поставить, либо так. Это как бы очень даже хорошо. Когда поедешь в отпуск, можно будет свободно поэкспериментировать. Теперь, что касается универсальности. Они одинаковые. Это уже хорошо. То есть будут даже запасными. А покупалось все это дело для того... Так. Сейчас подкинем, посмотрим. Так. Оп. Вот, покупалось для того, чтобы можно было крепить при вот таком вот креплении. То есть я не всегда могу нажать клавишу. А при таком креплении уже будет намного проще это делать. Джинь-джинь. Либо же переместить через переходник вот таким вот образом. То есть уже будет намного проще работать. Единственное, что напрягает, конечно, что это пластик. Но, тем не менее, за неимением лучшего. Пластик меньше весит, в крайнем случае. В общем, как-то так. При вот этом подключении было просто неудобно пользоваться. Если у вас даже там с горячим башмаком такая будет вещь, ну, смотрите сами. Уже нажимать туда не подлезешь. А теперь, когда это будет перенесено вот так, с свободным доступом, почему бы и нет?